27 июня один из самых титулованных представителей омского гандбола Дмитрий Ковалев провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы номер 11, в стенах которой многократный чемпион страны и участник Олимпийских игр 2008 года начинал свой путь к победам. Сейчас Дмитрий работает тренером молодежного состава команды «Чеховские медведи». Сейчас у нас отпуск, приехал к родителям погостить, и Андрей Жов узнал, что я здесь, позвал в гости. В общем, мы вместе с детства начинали играть в гандбол, поэтому хорошо знакомы. И вот решили с детьми поделиться каким-то опытом. Немного посмотрим на технику броска, да, правильность постановки руки, ну и где-то упражнения на принятие решения. Потому что игра гандбол, это постоянно нужно принимать решения. Достаточно короткое время у тебя на принятие решения. Над этим надо работать. Вот сейчас попробуем. В стартовых заданиях Дмитрий Ковалев сделал акцент на скорость и точность. Объяснил юным гандболистам правильную последовательность действий. Также спортсмены потренировали быстрый выход в атаку. Новые знания закрепили на практике. Я понял, что при пасе надо держать руку под углом 90 градусов. Это самое главное. При обыгрыше надо сильнее в сторону уходить, чтобы дернуть игрока. Мне мастер-класс понравился очень. Далее отрабатывались классические моменты. Умение эффективно действовать в позиционных атаках и грамотно защищаться. Дмитрий Ковалев нам дал много ценных советов. Один из самых важных – это было смотреть при атаке на ворота, а не на своего партнера. Понимаешь, обыгрывать или отдать пас, или кидать по воротам. Важная рекомендация – это быстро двигаться на ногах, на согнутых. В скоростной атаке нужно передавать пас своему партнеру, чтобы забить в дальнейшем гол. По завершении мастер-класса президент клуба «Скиф» Евгений Дарвин и руководитель областной федерации гандбола Андрей Ежов вручили Дмитрию Ковалеву памятные подарки. А затем все желающие могли сфотографироваться со звездой российского гандбола.